Количество детей, которые воспитываются в детдомах незаконной ЛНР за последние 6 месяцев, увеличилось вдвое. Данную информацию с гордостью озвучивает террористическое руководство псевдореспублики, пишет сайт «Новости Луганска». Боевики поясняют, что в детских домах сейчас находятся не только сироты, но и дети, родители которых остались без работы и жилья. Такие семьи отдают на неопределенное время своих детей в детские дома и обещают, что при улучшении материального и социального положения они их заберут. А в это время, когда простые люди не могут покормить собственных детей, боевики получают зарплаты за убийство. Платят только кадровым, говорится на сайте «Информатор». Полковник комбриг получает 22 тысячи рублей, сержант – не более 10 тысяч. Очередной пример заботы со стороны террористов о мирном населении.